Почему они так аплодировали? Нет. Твой риск приезда, он уже оправдался. Спасибо. Мне безумно понравилось. Я даже не буду тянуть паузу драматическую. Я просто скажу, что мне очень-очень понравилось. Спасибо. Очень. Да, Владислав, мне кажется, что ты очень проникновенно ты исполнил эту песню. А вот умение проникать в суть песни, да, в душу песни очень редко встречается на нашей эстраде, на нашей сцене, да и вообще в жизни. И это большой твой плюс. Спасибо большое. Как я понял, у нас 4, да, коллеги? Да, ты правильно понимаешь, Сергей Васильевич, беседу. У вас 4, да, спасибо. Ты молодец, просто потрясающе. Я тебя сама теперь готова обнять. Ты просто молодец. Спасибо. Ты поразил просто мое воображение и всех присутствующих. На самом деле, сегодня твое выступление достойно было аплодисментов, стоя в этом зале. Умница, спасибо, молодец, большое. Поздравляю. Тепер у Влада немає жодних сумнівів. Найзаповітніші мрії здійснюються саме на X-Factor. Никогда такого не было.